Здравствуйте, ребята. Могилосат Коэлас Георгобас, миссис Залада Мадли Парадес, Сакартвелос. Ребята, значит, хотел сегодня вот не то, что похвастаться, просто вот сегодня хороший день, так сказать, светлый праздник, день Святого Георгия, и я хотел вам показать, ребята, иудина дерево. Вот они, ребята, вот таким цветом вот цветут. Это именно дерево высокое, вот видите, да? Вот такие у них листочки. Ну, Гоги дергает. Гоги, Гоги, что с тобой? Гоги, Витё, что с тобой? Короче, ребята, очень красивые цветы на нем. Вот я решил именно сегодня вам их показать. У нас их очень много, ребята. Но почему-то они именно у трассы и растут. Ну, они семечками размножаются. Ну, черенки тоже можно окоренять. И т.д. и т.п. короче. Сейчас пройдемся чуть-чуть с Гоги, погуляем. И мы вам покажем, ребята. Потом, естественно, в описании. Гоги, что дергаешься? В описании я поставлю, почему его прозвали деревом иудина. Все, ребята. Вот такие вот пироги. Сейчас пройдемся по дороге. Оба. Гоги, никого, никого. Вот, вот, Гоги. Нелла, Нелла, Гоги. Осторожно, вы что, я же не могу так. Вот еще одна, ребята. Вот внизу еще. Ну, чисто. Чисто пошли погулять. Вот еще, ребята, видите, да? Ребята, то, что легенда правильная, вот вам доказательство, ребята. Вот этот, смотрите, какой темного цвета, так сказать. Но смотрим сейчас на эту, ребята, вот посмотрите. Гоги, обойди сюда, Гоги. Блин, Гоги. Вот, ребята, она побилее, ребята, поняли, да? Так что легенда, самая хорошая история, ребята, если что. Вот так вот. Вот смотрите, прям отличие какое. Вот. И вот, видите, да, вот они рядышком стоят. О. Гоги, я знаешь, почему тебя не отпускаю? Потому что ты шугаешься, блин. Уйди. Все, ребята, вот такие вот пироги, короче. Пока-пока. В описании, естественно, будет все. Вот так вот. Вот такие вот пироги. Еще раз всех поздравляю, ребята, с этим светлым праздником. День Святого Георгия, ребята. Кто не знает Святого Георгия, ребята, подскажу. В Москве, московский муниципалитет, или как называется, там на флаге он есть, когда побеждает дракона. Все, вот такие пироги. Пока-пока.